До студії нового дня завітала косметолог Наталя Тарнавська. Вітаю! Здравствуйте! Прийшла весна і хочеться виглядати просто неперевершено. Ось у нас, дівчат, дивимось на себе обличчя сірі, якісь безжиттєві. Прийшов весняний авітаміноз. Як з цим боротися? Да, недостаток витаминов очень плохо влияет на состояние кожи, она серая и тусклая, но с этим можно справиться. Надо хорошо тонизировать кожу, очищать ее. Очень много косметологов отмечают, что именно весной больше всего приходят женщины с проблемами по коже. Поэтому в первую очередь нужно сделать чистку лица, она хорошо очистит кожу, откроет поры, в результате чего кожа сможет хорошо дышать, естественно, будет получать достаточное количество кислорода, чтобы бороться с средой внешней. Наталочка, а ось очищение обличчя, чисточку, может робити будь-яка жінка с будь-яким типом шкіри? Да, конечно, отличается это только, если это жирная кожа, то чистку нужно делать чаще, если это сухая, то намного реже. Жирная кожа раз-два в месяц, а сухая может и до раз в три месяца. То есть, когда жирная, больше выделяется кожного сала при жирной коже, поэтому его нужно чаще очищать. Ось зробили ми чисточку, що після цього має зробити дівчина для того, щоб продовжити догляд за своїм обличчям? После такой процедуры желательно дальше поэтапно идти и сделать пилинг лица. Это еще лучше очистит ее. Пилинг это не это несколько процедур, процедур 5 в зависимости от кожи, от проблем кожи. Он хорошо удаляет верхний слой эпидермиса. Это клеточки, которые уже нужно удалять, чтобы открыть коже, возможность дышать. Далечка, а ось пілінг, наскільки я розумію, це агресивний метод для обличчя, після нього необхідно якихось правил дотримуватись? Так, пілінг – це контролюємий ожог кожи. Ну, є поверхностний, серединний і глибокий пілінг. Поверхностний – це не така вже агресивна процедура. Після цього потрібно захищати обов'язково кожу від SPF, тобто від ультрафіолетових лучей. Це дуже важливо. И вообще, даже если вы не делаете пилинг, обязательно все время, в зимний период, весенний, особенно летний, защищайте кожу от ультрафиолета. Женщина, которая регулярно защищает свою кожу от лучей, на 40% выглядит моложе, чем та, которая не защищает. Это очень важно, тем более после пилингов, когда мы снимаем слой кожи, она у нас как оголенная получается, как без одежды. Незахищена. Конечно, если вы не будете использовать SPF, то может возникнуть гиперпигментация. То есть вы можете просто покрыться веснушками, не говоря уже об ожогах именно солнечных. Тобто необхідно все робити акуратно і дотримуватись усіх правил. А ось дівчина, якщо робить пілінг, вона, особливо якщо це глибокий пілінг, до чого вона повинна бути готова? Робити собі якийсь вихідний і не виходити на роботу? Чи можливо не користуватися косметикою? До чого необхідно підготуватися і запланувати у своєму календарі? Якщо це поверхностний пілінг, то не треба робити якихось вихідних. Тобто ви можете зробити вечором процедуру пілінга, а на утро вже спокійно йти на роботу. Якщо це вже серединний і тим більше глибокий, якщо серединной, да, надо недельку, ну, хотя бы 3-4 дня взять каких-то выходных, потому что кожа, она сначала как эффект дельфинчика мы называем, она такая натянутая, как будто сгоревшая на солнце, а потом уже начинается шелушение, полностью слазит кожа, от которой нужно избавиться. Ее отдирать ни в коем случае нельзя, просто может подрезать, чтобы оно не мешало. Но если это уже глубокий пилинг, он делается только в условиях стационара, то есть это девушка ложится в больницу, женщина, там и проводит эту процедуру, и уже в стационаре неделя-дві вона лежить, потім її відпускають. Наталочка, хочеться зробити невеличку перерву у нашій розмові і запропонувати тобі презентувати подарунок, який ти підготувала для наших телеглядачок. Я підготовила подарочний сертифікат на услугу косметолога. Це уходова процедура за лицом, інтенсивне увлажнення. Три найголовніших етапи – це очищення, увлажнение и питание кожи. Это всем девочкам всегда нужно об этом помнить. И вот этот сертификат мы подарим девушке, вы подарите. Ми пропонуємо нашим телеглядачкам телефонувати за номерами, які ви зараз побачите на своїх телеекранах, і отримати подарунковий сертифікат від косметолога Наталі Тарнавської. Продовжуємо нашу розмову. Окрім пілінгу, окрім чистки обличчя, які ще процедури ми можемо зробити навесні?
Пилинг, чистка, это уже, ну, это для девушек желательно, желательно до 35-45 лет. Хотя и всем женщинам нужно делать эти процедуры, но женщинам после 35, после 40, желательно сделать уже биоревитализацию или мезотерапию. Это более... Биоревитализация, такое тяжкое слово. Это мы доставляем компоненты уже в глубокие слои. Это может быть инвазивная или неинвазивная методика, то есть с помощью уколов. Mm-hmm. Потому что такая уже более увядшая кожа, она не имеет своих сил и средств, чтобы себя самовозобновить, поэтому уже нужно более глубокое воздействие. Мы маємо дзвіночок від наших телеглядачок. Вітаємо вас, ви в ефірі. Алло, здравствуйте. Доброго ранку, представтесь, будь ласка. Меня зовут Тетяна. Доброго ранку, Тетяночко. Як ми розуміємо, телефонуєте за подарунковим сертифікатом від нашого косметолога Наталі. Да, хотіла б отримати сертифікат. Наталочка, є якісь питання до нашої гості, чи можливо... Нет, вопросов особо нет, по какой коже за этим сертификатом девушка приходит, и уже смотря по коже, мы проводим увлажнение. Оно нужно как для сухой, как для жирной, так и для комбинированной кожи. Увлажнение должно быть обязательно, просто разные подходы к этому. Що ж, дякуємо вам, залишайтесь на лінії і залишіть свої координати, контактні телефони для того, щоб ми могли з вами зв'язатися і передати вам подарунок від нашої ранкової гості. Ми розібралися з тобою щодо того, як на певний вік, які мають бути процедури, а щодо якогось домашнього догляду за обличчям, чи можеш порекомендувати якусь масочку, яку може зробити кожна жінка просто зараз, зранку, для того, щоб освіжити своє обличчя? Можно, конечно, можно порекомендовать и маски, но самое главное для ухода за лицом – это тонизация, то есть очищение кожи. Это может быть тоник или может быть кубик льда замороженный. Это или сок огурца, или сок лимона, алоэ, ромашка. Все вот на травах, оно всегда помогало. Тільки натуральна екокосметика. Оно всегда помогало и было самым лучшим и самым ходовым для девушек. Поэтому я тоже посоветую вот тонизировать, особенно когда если жирная кожа. Для сухой оно тоже хорошо повлияет. А маски, очень хорошие маски из сметаны, с творога, они тоже хорошо увлажняют и питают кожу всякими средствами. Но если это натуральные, магазины не начали пользоваться. До сметани та, ну, взагалі молочних продуктів, чи варто дивитися на якісь алергії та алергічні реакції організму? Дуже важливо, якщо у вас на лактозу алергія, то це, звісно, краще виключити. Ще дуже добре огурчиками. Всегда було просто наложити огурчики, це дуже швидко і дуже полезно для лица. Це буде освіження, це буде лица, це буде питання і увлажнення, все в одному. Просто огурчики. Ну, не зараз, може буквально зараз, через місяць, коли вони будуть більш натуральними, тому що там зараз без всіляких добавок. Наталочка, а хотілося б дізнатися, ось як жінці перевірити, чи підійде їй домашня масочка чи ні, якийсь тестер перед тим, як наносити на обличчя, як на собі перевірити? Звісно, просто робиться, от тут ви наносите немножко средства на руку. Якщо в течение 10 минут какое-то покраснение, то на лицо, звісно, лучше не наносити. Лицо лучше оставить таким, как оно есть, красивым. Наталочка, а ось щодо дівчат, у яких проблемна шкіра, і не дивлячись на те, що ще є авітамінос, і те, що весна прийшла, агресивні фактори, що їм робити навесні, як готувати свою шкіру до того, що зовсім скоро прийде потепління, і жирна шкіра знову-таки буде казати «Іць квітнути і квітнути». Якщо жирна кожа, то це обов'язково вечором очищення. Можна лосьйонами, можна, щоб вони содержали немножко спирта, но совсем немножко. Если часто пользоваться спиртосодержащими лосьонами, то кожа будет жирнеть еще больше. Они рекомендуются только вот в начале весны. Это очищение. И на ночь лучше крем на легкой основе, желательно гелевой, потому что она кожа и так жирная, что это легонечко-легонечко. Вот такое наносить. Ну и, естественно, днем защищать от SPF-факторов кожу. И также просто чаще ее очищать и делать скрабирование два раза в неделю. Тогда кожа не будет так сильно высыпать, потому что тут отмершие клеточки сверху у нас, плюс у нас сальные железы больше выделяются, плюс пыль, и все оно там вот так смешивается, и поэтому получается высыпание. Если девушка
девушка будет хорошо очищать свою кожу, то и высыпание у нее будет меньше, потому что не будет вот этих продуктов, которые будут давать реакцию и высыпание. Угу. Просто максимально сильное очищение. А если не проходит в течение 2 недель, месяца, то уже лучше обратиться к косметологу, к специалисту или дерматологу, который даст рекомендации и поможет избавиться от такой проблемы. Ташка, сьогодні день косметолога, хочеться тебе привітати з цим святом. Спасибо. І запитати, чому ти обрала таку професію бути косметологом? У мене багато сестричок. И всегда хотелось, они красивые, но всегда хочется делать их еще красивее. Поэтому я, наверное, вот из-за них я всегда делала маски им раньше, всегда что-то им делала, какие-то кремы ложила. А потом решила, что, наверное, надо уже перейти на какой-то новый уровень, значит, более профессионально этим заниматься. И вот поэтому я, наверное, благодаря своим сестричкам, благодаря своим вот, подружкам, которые говорили, да, Наташа, это твое, я, наверное, решила пойти вот в эту сторону. Хочеться почути від тебе привітання до твоїх колег, таких самих косметологів, можливо, щось побажати, або, можливо, навіть звернутися з якимись словами. Я желаю всім косметологам не навредить, главное, коже лица, делать ваших клиенток более красивыми, более нежными, чтобы это не было заметно. Работа косметолога должна быть незаметной. Вот поэтому я и хочу обратиться к своим коллегам, чтобы они делали красоту незаметно и естественной. Дякую тобі велике. Я думаю, що настання зустріч в нашому ефірі, і наші телеглядачі завжди будуть раді почути поради від такого дійсно гарного та щирого, милого косметолога, як Наталя Тарнавська.